Дарий? Здравствуй, хозяин Орла. А, ты вернулся. Хорошо. Пора действовать. Мы зажжем костры. Дым вынудит элотов бежать, и тогда стража Морга покинет рудник. Напасть на врага на его же территории, избегая потерь среди невиновных. Мудро. Поручу своим воинам поджечь все остальное. Что-то не так? Нима погибла, защищая Элпидия. Я встретил человека из Ордена. Он был Тандарий. Они нашли Ниму в обломках корабля. Она пыталась сразить всех! Это вещи Нимы. Я их так и не... Я совсем о них забыл. Ее нет. Ее больше нет. Она уже не вернется. Я ее не забуду, Дарий. Я скучаю. Даже сейчас. Мне ее не хватает. У нас еще будет время горевать. Сейчас нужно спасти Элпидия. Мы знаем, что он жив. Если Аморг здесь... Он взял Элпидия с собой. Учти, назад пути не будет. Они обрушат на нас все свои силы. Приступим. Возможно, этот бой станет последним. Я понимаю. Пожар! Бегите! Что за... Время искать сына. Ты прав. Никто не уйдет.
Где Аморг? Вроде как, но вам никогда не одолеть его стражу! Я сокрушу стражу и убью его! Вы оба безумцы! Ты скажешь Аморгу, что хозяин Орла, тот самый разрушитель греческого мира, идет к нему. Скажи, что я иду за ним, за Элпидием, и меня не остановить! Иди, я отвлеку стражи ордена. Мне нужно к рудникам. Все, кто встанет на пути, убью.
Тебе сюда нельзя. Если меня тут заметят, будет плохо. Не спрятаться, Аморг! Слишком тихо. Прячься! Пора получить по заслугам! Смотри, хозяин орла! Алексиус! Где? Аморг! Он в храме! Над рудниками. Но это все позже. Гиргит именно таким его и описывал. Лютым. О, Гиргит. Он был лучшим из нас. Он любил писать о тебе, хозяин орла. Однако ты убил его. Он был членом Ордена. Вы заслуживаете той же участи. Мы не собираемся уходить. Я найду сына. А, Элпидий. Он все еще думает о малыше. Надеется. Как глупо с его стороны. Мы будем сражаться за Персию до конца. Жертвы, сожженные города. Так Аморг пытается достичь мира. Великий план. Все дозволено. Аморг в храме. Я иду, Элпидий. Я найду тебя.
сегодня ты умрешь. Элпидий, я уже рядом. Мой сын. Папа скоро. Спокойно, да. Так всегда бывает. За мгновение до финала. Если мой сын пострадал, тебя никто не спасет. Ни человек, ни зверь, ни бог. Он в безопасности, поверь. Счастлив, здоров. И так будет всегда. Обещаю. Где Элпидий? Где мой сын? Вдали от опасности и войн. Вдали от тебя. Я поклялся тем, кого люблю, что сокрушу Орден! И поверь, я сдержу слово. Надеешься одолеть нас? В планы Ордена входишь не только ты, Алексиос. Что? Думал, что это все лишь из-за тебя? Речь вообще не о нас. О самом ценном, что у нас есть. О мире. Война между Спартой и Афинами грозит испепелить не только Грецию. Кровопролитие охватило Персию и земли за ней. Ордену под силу спасти мир. И мы сделаем это. Мы, люди, теперь во всех сферах жизни греков. Мы проникли в ваше правительство, в ваши храмы и дома. Мы покоряем сердца людей. Сила Ордена и деньги Персии помогут Спарте закончить войну. Новую главу истории напишем мы. Греческий народ – благодатная почва, и мы посадили в нее семя мира. Оно прорастет. И единственная угроза этому миру – ты. Хочешь войны, чудовище? Ты ее получишь. Уже получил. Ты проклятый. Самая страшная сила, которую видел Орден. Ты пламя. Только ты мешаешь Ордену достичь цели. Ты забыл о нашей клятве, друг. Артабан, я как раз думал, когда же ты появишься? Подумай обо всех невинных жертвах, Аморг. Ты хочешь мира, но какой от него толк, если он навязан тираном? Я сражался ради высшего блага, ради наших детей и их будущего. Я спас твоего внука, как спас Артаксеркса той ночью. Помнишь? Я спас его от тебя. Скажи нам, где Элпидий? Прости, но я не подвергну ребенка опасности, позволив ему растить его! Говори, где Элпидий! Ну, говори! Ты не можешь простить его! С тобой! Он в опасности! Он мой сын! Ты помнишь ту истину, что я прошептал на ухо царю Ксерксу? Да помни, друг мой! Сила не помогла им защитить тебя!
Нужно защищать тех, кто любишь, Амор. Что я и делаю? Ребенок! В более надежных руках, Дарий. Верни сына, и боль прекратится, Амор! Никогда! Перебью вас всех! Но это невозможно, Алексио! Мы волны! Мы океан! Орден Детен! Солнце восходит, но и заходит. Мое время пришло, друг. Мы были защитниками, Аморг. Мы защищали Персию и ее народ. Я и сейчас защищаю. Я всего лишь хотел спасти наш дом. Наш мир. Мальчик, Аморг, прошу. Он на островке, у побережья Мессини. Прекрасное место для рыбалки. Орден не отступится, Алексиос. Они всегда будут преследовать вас. Но я всегда буду защищать сына. Орден — это не просто группа людей. Это идея. Идею не победить. Идею не уничтожить. Мечом нет. Знаниями, мудростью, другими идеями — да. Ничто не абсолютно, Аморг. Ты сам учил меня этому. Тираны будут всегда. А ты, брат мой, всегда будешь убивать их. Ступай с миром, друг.
Если Аморг не соврал, Элпидий должен быть здесь. Папа близко. Неудачно я выбрал лодку. Еще немного, Элпидий. Прошу, жди меня. Мой малыш, мой сын. Чудесный мой малыш. Я здесь, Элпидий. Папа здесь. Ты приглядывал за моим сыном. И днем, и ночью. Так наказала Морг. Спасибо. Знаешь, аппетит у него спартанский. Уж я-то знаю. Папа должен тебе столько рассказать. Похоже, тебе тоже есть что рассказать. Кто ты? Меня зовут Дарий. Я сын царя Персии Артаксеркса. Артаксеркс. Вы знакомы? Встречались. Очень давно. Он хороший царь и отец. В Персии царит мир. Расцвет. Я скучаю. Береги Персию. Продолжи его дело. Пора. Еще немного. Медлить нельзя. Чем займешься? Аморг был прав. Я пламя. Я буду сигнальным огнем для Ордена. Раз они охотятся за нашим родом, пусть ищут меня. Но они никогда не найдут.
А чем займешься ты, Дарий? Орден был создан с какой-то целью. Если я пойму своего врага, я смогу взять над ним верх. Я буду оберегать мальчика. Стану защитником для Элпидия и всех его родных. Когда однажды он спросит об отце, что ему ответить? Скажи ему, что в жизни папы и мамы было много чудесного, но самым главным чудом для них стал он, его смех, улыбка, то, как он сладко спал на моих руках. Если однажды он почувствует себя одиноким, скажи ему, что его любят и будут любить всегда. Ты понял? Тебя будут любить всегда. Тебе будет трудно. Иногда будет казаться, что сил больше нет. Ты захочешь сдаться, но ты справишься, Элпидий. Ведь ты сильный. В нашем роду нет слабых. Мы никогда не сдаемся. Спросишь, почему? Пусть ты не будешь знать меня, но помни, ты... мой сын, и я буду драться ради тебя. Тебя и твоих потомков. Аморг мертв, а его клинок у меня. Но что толку? Он сломан, и металл необычный. Нужно найти кузнеца. Thank you.
Наш сын жив. И твой отец. Только тебя нет. А я так и не успел попрощаться. Я кое-что хочу тебе принести. В этот раз я вернусь. Я еще не все нашел. Я вернусь. Это тут. Капитан, наконец-то! Скорей! Живей! А ну, прекратите! Ставьте пару! Гребцы, по местам! Вроде я на месте. Одеяльце Элпидия. Я так радовался, найдя его. Теперь и сына нет. Осталась лишь память. Вот и где. Там же, где и всегда. А ее уже нет.
Я там, где нужно. Все только начиналось. Нима, откуда нам было знать? Дари и Нима оставили столько всего. Съездить в Ахею и навестить могилу Нимы. Пора попрощаться. Наши вещи, напоминание о прошлом. Я скучаю по твоему смеху и твоей проницательности. Я никогда тебя не забуду. Поверь мне. В доме олимпийцев умеет обращаться с редкими металлами. Отнесу меч ему. Тебе нужно? Копис? Корзина?
Видел когда-нибудь нечто подобное? О, Зевс! Ты знаешь, что это? Обломок? Нет, адамантин. Ему цены нет. Я единственный человек на островах, который умеет его обрабатывать. Но для починки нужно больше металла. Намного больше. Подойдет? С виду металл такой же. Во имя Аида. Где ты его берешь? Нет, я не хочу знать. Держи, хватит. Шеи, с которых их можно срезать, закончились. В твоих словах чувствуется подлинная страсть. Рад сообщить тебе, что этого должно хватить. Кровь на них очень кстати. Так проще закаливать. Делаю, что могу. Жди здесь, я быстро. Какой-то груз!
Противник вот! Самос. Каково это снова быть здесь? Это... Я... не нахожу слов. Не может быть. Для меня это дом. Знакомые запахи и звуки. Но я так давно не был здесь. Не знаю, справлюсь ли я. Всему свое время. Ты справишься. Из твоих уст это звучит так убедительно. Ты сильнее, чем думаешь. Ты прав. Полагаю, сперва отправимся в мой родной дом. Веди. Здесь так тихо. В остальной Греции все иначе. Жить возле причала было так увлекательно. Почему? Видишь новые корабли, новых людей, узнаешь о мире из рассказов моряков. Мне за это часто доставалось. Думаю, твоя мать вспоминала те дни с теплотой. Как и я. Столько незнакомых людей. Ты давно здесь не был. Я все же надеялся, что здесь будут знакомые. Те, кто напомнит мне о прежней жизни. Мы только приплыли, не переживай. Вот то место, которое я звал домом большую часть детства. Большую? Я прибыл на Самос еще в детстве, но родился я в Геликарнасе. О тех днях я вспоминать не хочу. Здесь мало что изменилось в мое отсутствие. Твоя игрушка? Брата. Я прятал ее, когда он не разрешал мне с ней играть. Необычная посуда. Отец всегда обращался к искусству, когда хотел отвлечься от забот. Табличка, похоже, довольно старая. Корабли недолго здесь стоят. Сюда много кто приезжает, но мало кто остается. Есть ли что-то, чего я не знаю об этом острове? Это моя табличка. Одна из первых. Я не находил здесь покоя. Меня всегда манил остальной мир и его прошлое. Геродот! Место! Хвала богам! Давно не виделись! И правда, хорошо выглядишь. Ты тоже. Феодор. Трусливо притащился сюда. После всего... Я пойду. Рад, что ты вернулся. Какая наглость. Входишь сюда, как ни в чем не бывало, а сам даже на похороны не вернулся. Не стоило мне отправлять то письмо. Давайте все сделаем глубокий вдох. Я здесь, перед тобой. Не говори, что я не вернулся. Мы приехали, как только получили письмо. Мог бы поспешить. Прошло уже 5 месяцев. А ты еще кто? Почему суешь нос в наши дела? Я... Это друг. О, как мило. Пропадаешь неизвестно где, заводишь друзей, а меня оставил заботиться обо всем. Я не мог иначе. Нужно было уехать. Мог бы взять меня с собой!
У меня много дел. Кто-то ведь должен заботиться о Самосе. Скажи хотя бы, где они погибли? Мы отметили то место на утесе. Простись и уезжай. Здесь тебе нечего делать. Дай ему время. Уверен, он просто ошарашен встречей. Он меня ненавидит. Думаю, он скучал. Увидишь. Уже поздно. Знаю, не такого приема ты ожидал. Наверное, я это заслужил. Я должен увидеть, где они умерли, и попрощаться. Я с тобой. Хорошо. Если ты готов, пойдем. Да, это неизбежно. К чему откладывать? Мне знаком каждый камень. Хорошо тут было в детстве. Да. Я много бывал один или играл с Феодором и Местором. Родители были влиятельными людьми, очень занятыми. Но ты хотел другой жизни. Я так часто видел отплывающие корабли, что со временем тоже захотел уплыть. Mm-hmm.
Видимо, об этом месте говорил Феодор. Родители любили гулять здесь. Даже не верится, что это то самое место. Место, где судьба настигла их. Когда-нибудь я напишу об их жизни на Самосе. Но не сейчас. Надо было остаться. Зачем я уехал? Ты не мог ничего сделать. Но если бы попытался... Ты мог бы погибнуть вместе с ними. И это никому бы не помогло. Может, ты прав. Не забывай об этом, пока мы на Самосе. Постараюсь. Но я мог хотя бы повидаться с ними. Что они сказали, когда ты начал писать? Они меня поддержали. У Феодора тоже был талант, однако его больше привлекала поэзия. Если бы не родители, возможно, я не стал бы этим заниматься. Твоим родителям нравился Самос? Для них это был не просто дом. Они были здесь так счастливы, что я мечтал почувствовать то же самое. Есть яркие воспоминания о них. Помню, как папа учил меня плавать. Он сбросил меня с причала. Я думал, что утону, но потом увидел акулу. Я начал грести руками и ногами, а когда добрался до берега, увидел Феодора с камнем, похожим на плавник. До сих пор помню, как смеялся отец и как нежно обняла меня мама. Если хочешь что-то рассказать о родителях, сделай это. Писать у меня получается лучше, чем говорить. Я все понимаю. Они тоже поняли бы. Они столько значили для меня. Всегда поддерживали. Я знал, что бы ни случилось, они будут гордиться мной. Мне так жаль, что я не вернулся раньше. Я столько всего хотел вам сказать и показать. Мама, ты всегда была такой сильной. Стояла за правду, несмотря ни на что. Папа, я никогда не забуду твою добросердечность. Ты научил меня не бояться чувств, любить себя и других. Ваши имена и дела не будут забыты. Нам пора. Следователи Ареса! Почему мне кажется, что им тут не место? Не слышал, чтобы их видели на Самосе. Тут что-то происходит. Возможно, Феодор знает. Будь рядом. Нужно выяснить, что известно Феодору и Местору.
Вопрос в том, они тут по своей воле или их кто-то прислал? И то, и другое плохо для нас. И для Самоса. Как бы поступили родители? Так же, как поступим мы. Защитим Самос.